говоря, в качестве примера будет рассмотрен Талимат Эш-Шаэр, который расположен в Иране. Да, и рассматривается это особое учебное заведение, которое занимается обучением людей, которые вынуждены переезжать с места на место для того, чтобы найти работу. Find that job. Find grass for their head, for their sheep, for example. I don't know. In the winter, they went to lowland, hot land, and in the summer, they went to highland. Это учебное заведение занимается именно обучением людей, которым из-за климатических условий, например, если они занимаются скотоводством, приходится в различные сезоны перемещаться в другую часть страны. То есть полгода, пока это позволяет климат, они живут в одной части, и затем остальные полгода они вынуждены жить. Почему? Это связано с климатическими условиями, с выбором кота. Почему? Почему? Special kind of life they could not, their children could not attend for ordinary school. Как вы понимаете, такой образ жизни не позволяет детям и слушателям обучаться по той программе, которая существует по стандартам. So as a result of this continuous movement, you know, they could not attend their children for preparation could not attend any school. So they were not able to be, you know, they were not as poor in some way. Поскольку они не могут посещать и учиться, получать образование в школе, как это предусмотрено стандартом, конечно же, существует проблема того, что у них есть какие-то недостатки в знаниях, недостаточные обычные различные системы. So they were very, very poor and unfortunately ignorant. Еще одна проблема заключается в том, что это такие дети относятся студенты к малообеспеченным классу, то есть они относятся, они бедные и не образованные. The landlord is also what the problem. Значит, система выделена на landlord. People who govern special resident somehow independent of Также проблема с лендлордами из Ирландии. То есть с лендлордами, которые непосредственно не связаны с общей системой управления страны или связаны в меньшей степени, поэтому у них есть определенные проблемы в образовании. They wanted these people to stay ignorant because they wanted them as soldiers for their own their personal finances. Они хотят, чтобы люди на самом деле не получали образование, потому что получали от этого непосредственную выгоду, поскольку используют их дешевый рабочий труд и в качестве солдата. Muhammad Ahmadi, the person whom I am going to introduce, was among the nobility in Israel. Хочется вам представить Мохамдам Бамбам Беги, который на самом деле вошел в историю обучения стран третьего мира. In 1921 he you know, he born to a noble family. Он родился в 1921 году в благородной семье. But when he was a small child, he was exiled in the land with his family to live in Tehran. Но когда он в детстве он жил в населении в южной части Ирана, затем переехал в Тегеран. Because by that time continuous contention happened between the central government and feudal and the southern part of Iran. Его отец был арестован и был выслан из Тегерана, поскольку в тот момент происходили жестокие, в тот момент были трудные другими отношения и была жесточена борьба между лондонцами.
and the government wanted to retain the nobility in the capital under the country. Therefore, Tahman Devi had a chance to attend the regular school in Tehran. Это фотография выставленного вами ученого в доме Володи. Его очень мучил вопрос, почему люди, которые родом из Тегерана, могут обеспечить себе достойную жизнь и получить образование в то время, как в остальных частях Ирана существует на самом деле проблема бедности и необразованности. So he decided to teach up a kind of special kind of school which could be specialized for children of normal people. И он начал работать над проблемой, создание школ, которые будут подходить для людей и для студентов и учеников, которые ведут лучшего образа жизни. So gradually in the late 1950s, he could establish this particular kind of school. И к концу 50-х годов его идея была реализована в школе, которая позволила ему. And in 1959 he had his prints on that. И его прежний доклад по этому вопросу был сделан в 1959 году. Which in terms of I have children in terms of report, but the key to a problem is to be found in the adult. Вот цитата, выражение этого автора, которое я выбрал для цитирования. А ключ всех наших проблем может быть найден в алфавите. And finally getting the name of the people. В именах этих людей. I ask you to write up and sit day and night. Я призываю вас к тому, чтобы вы встали и учились день и ночь. And every time teach, learn, and teach, and learn. И постоянно учиться и учить, учиться и учить. Finally, let me summarize my report. Finally, he put, after about the certificate, he put, teach more than half a million children of Roma people in this kind of school, including, I think about 10 programs of teachers. Among these people, because teachers who want to teach normal children should have normal background for tolerating the hardships of normal life. В системе образования, которую он предложил и которая была введена впоследствии, Талимат Шер позволила дать образование более полумиллиона людей, которые вели ключевой образ жизни. Для их обучали 10, более 10 тысяч преподавателей. Эти 10 тысяч преподавателей также прошли специальную подготовку, поскольку они должны были быть терпеливыми и учитывать тот контингент, с которым они работают, все проблемы.
подход касательно обучения женщин. He encouraged people to, send their daughters to schools by boys. Он вдохновлял людей отправлять своих дочерей и жен учиться, так же, как они отправляют своих братьев и сыновей. Also among these girls, 800 teachers for nomad children. В результате обучения 800 девушек, которые прошли образование, получили образование в такого рода школе, остались и занялись непосредственно преподавательской деятельностью. He also established some particular kind of schools in order to teach, provide education regarding healthcare. Также он, кроме этих нововведений, он создал новый тип школ, которые занимаются не только обучением, но также занимаются вопросами лечения, health care. Которые были с медицинским уклоном, которые учили людей не только базовыми, но также как они могут справиться с какими-либо болезнями. And he also established a higher school in order for clever graduates of normal children to attend higher school. Также были открыты высшие учебные заведения, в которых могли продолжить обучение наиболее талантливые выпускники. Because after becoming illiterate, most of the children have no other choice but becoming a shepherd. А поскольку даже после окончания школы такой школы у многих выпускников не было других шансов, кроме как продолжить дело их родителей, довести кочевой образ жизни и стать и заниматься выпускным скотом. And the graduates of this school, almost four of the graduates of this higher school, возможности тех, кто закончил высшее учебное заведение, у них был целый ряд возможностей, например, поступить в лучшие университеты Ирана. Also this previously ignorant region, culturally and also intellectually ignorant people could only in 20 years could export teachers to other parts of the country. И также те люди, которые были неграмотными и не знали даже на элементарных культурных основах, могли получить образование и продолжить делиться своими знаниями, работать учителями, начиная с детей и регионов. Но после совершения такого рода нововведений, он был обвинен в коррумпированности связи с предыдущим режимом, при изменении режима ранее. И его деятельность была запрещена. Но поскольку он был мощным идейным вдохновителем, многие лидером и многие люди шли за ним, его не но поскольку он был в сердцах людей, его не осудили. И до его смерти он умер, и так продолжалось до его смерти в мае 2020.